Привет, друзья! Сегодня мной с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Слышите на фоне лай собаки? То есть шум Индийского океана, да, и лай собаки. Раньше было бы перегавкивание, то есть Оззи бы перегавкивалась с этой немецкой овчаркой, которая находится буквально там в 30 метрах от нее. То есть раньше это было постоянное нормальное явление. Сейчас мы очень много работаем над выдержкой собаки, над концентрацией внимания, и это дело ушло само по себе. Поэтому очень важный момент в дрессировке и работе с животными – это не столько времени уделять именно командам каким-то, да, а именно фундаменту построения взаимоотношений. То есть фундамент построения взаимоотношений состоит из выдержки и концентрации внимания на своем владельце, на своем вожаке стаи, на своем хозяине. И мы уже подошли к тому моменту тренировок с Татьяной, что нужно передавать эту концентрацию внимания. Сегодня будет у нас такой экспериментальный день, когда Таня будет работать сначала с одной собакой, потом с другой собакой, а потом с двумя сразу же. То есть давайте посмотрим на это, как у нас сегодня это все получится. Я надеюсь, что будет все хорошо, потому что мы старались и думаю, что заслужили доверие и уважение. Давайте посмотрим. Thank you.
заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Круто, у нас эксперимент получился.